На заднем сиденье никого не было? Нет, окна машины тонированы. Мы ничего не видели. Что это? Мой сын нарисовал. Молодец. Может, в этом что-то есть? Это корабль. Пиратское судно с тремя пиратами. Мужчина, женщина, мальчик. Это я, Сара и Майк. А это тогда что? Это многоголовая гидра. Готовится напасть. Думаешь, Джейкоб? Наверняка. Это послание. Думаешь, Майк здесь что-то зашифровал? Да. Да, в нем это заложено. Моя ДНК. Он даже не знал, что ты приедешь. Наверное, Сара сказала ему. Не знаю. Наверное, рассказала ему обо мне. Здесь точно что-то скрыто. Я уверен. Что такое? Один из людей Луки. Что? Как он нас выследил? Не знаю. Но неприятности всегда набрасываются на тебя одновременно. Надо идти. Линк? Я понял. Этот корабль — Галеон. Вода под ним. Я сравнивал с картой. Тут есть озеро точно такой же формы. В районе озер Фингер. Озеро длинное. Этот крест приходится на его восточный берег. Майк нарисовал, где он. Не знаю, сошел ты с ума или нет. Надо поехать и проверить.